Открываем. Не сдашься? Не сдамся. Точно? Точно. Илюха, ты у нас не сдашься? Нет. Точно? Может, устал? Нет. Точно не устал? Нет. Не надо поджиматься, чтобы там посидеть. Нет. Илюха, ты не устала у нас? Нет. Приготовились. Кто постарше, тот 20, кто помладше 15. Усилия, которые вы прикладываете для того, чтобы делать, регулируете путем отхода дальше от скамеечки. Ну-ка, так. Отлично. А ваше как самочувствие? Отлично. Как ваше самочувствие? Я панда. Панда? Да. Приготовились. Ос. Ягодичные работы не включайте, чтобы это была работа рук. То есть пятками в пол не давите. Давите пятками в пол, значит вы включаете в работу ягодичные, то есть не ту группу мышц. И по 30 раз. Мышками выкидывайте сразу с самого начала туда. Отлично. Устали? Нет. Нет. Ой, устали? Нет. Точно не устали? Точно. Может, 50 раз присесть? Нет. Для бодрости? Нет. Алена, не устала? Нет. Точно? Точно. Приготовились. Как же вы? Будете дышать лучше, больше, будете меньше уставать. Живые? Молодцы. Точно не устали? Точно. Может, немножко поприседаем? Нет. Дышите. Если дышите, будет легче делать все. Живые? Стражи. Раз, выпрыгнули вниз. Хотите отдохнуть, сидите снизу. Выпрыгнули вниз, вернулись, там отдыхайте. Отдыхаем. Живы? Не сдашься? Коля, не сдашься? Макс? Саня? Егор? Нет. Кирилл? Нет. Айсель? Нет. Как же мы, Саня? Один или нет? Нет, я так отдыхаю, и я живая. Это главное. Определилась кто ты? Да. Хорошо, по самим собой, да? Нас. Тяжелая штука.
Приготовились. Последний, третий подходим. Поле без наклона вперед. Защиту одеваем. Чувства. Отлично. Для этого мы уставали, чтобы сейчас преодолеть это возможность. И возможность себя своего тянуть тяжело, не получается, сложно. Чтобы психологически смогли переступить тот порог, который обычно человеку недоступен. Надо победить. Вот тут и говорят, что победить самого себя. Не сдаваться. Как бы тяжело не было, не сдаваться, не отпускать. Вообще, вот ты, который не имеет права взять и сдаться просто так, ни с того, ни с сего. Цель поставлена, надо достигнуть этой цели. И по очереди левая, правая. Связки какие-нибудь, работай. Молодец, ты его не убей, смотри, тут у нас. Он нам нужен еще. Он должен помочь справиться, короче, нам. На старом новом году с Егором. И вот так вот вдвоем сложно будет запихать в сугроб. Концовочка, 10 секундочек. 10 богатырских секундочек. Стойку чаще разбивайте, больше внутренних роу-кидов. Подбил, назад не отходи, в сторону уйди. Пусть она пойдет назад, а не ты. Отдыхаем. Макс живой? Маш. Кирюха, ты выпускника любишь? Маш. Красавчик. Саня, ты любишь, что выпускаешь? Давай еще 50 раз, как ты выпускаешь. Маша, ты любишь, что выпускаешь? Маш. Можете сильно меня не налить, не чайките, разруши меня побить, если догоните. Они же догонят. Не догонят. Ведь снег бывает. Еще две тренировки не догонят. Я вас доведу до такого состояния, что вы бегать не сможете. Может, ты не догонят. Кирюха живой? Макс, ты живой? Санька? Нет. Ты не живой? То есть тебе тяжело, потому что ты здесь. Кулак нанес удар, вниз не опускай, когда возвращается рука на свое место, кулак возвращается тогда. По горизонтали сделал, по кратчайшей вернул. Бицепс с плечо работайте. С коварным. Рука вперед пошла, сбили ее и тут же в бицепс. На опережение. Вышла в стойку и до конца поединка она должна у тебя сохраняться. Просто силу можно убрать немножко, да? Но тактику и коварство надо оставить. То есть надо все-таки попадать, иначе она не научится. Поединок выйдет на соревнованиях, ей нащелкают, и в итоге она сломаться может. А из-за того, что ты проявил как бы свои такие вот лучшие качества, скажем так, джентльменские. То есть джентльменское здесь несколько неуместно. Пусть оно выражается в отсутствии сильных ударов. Делаешь, опускаешь ли ты руки в момент удара или нет. Чтобы тебе лично со стороны посмотрелось. Кулаки доворачиваем. Такие с замаками большие удары, они урона не делают, но силу тебя много забирают. Лучше короткие, точные удары. Старайтесь еще уметь блокировать, не просто ловить на тело, ловить-то это несложно. Когда большая сила воли, ты можешь позволить себе терпеть урон от этого. Навстречу противник на вас идет, бас, ловим его. Живой? Подыши, нагара поделай. Вдох, выдох. Продолжаем. Вдох, выдох. Если попало, значит ты не защищался. То есть надо локти подставлять.
Быстрее бить, быстрее возвращать руку назад для того, чтобы... И скручиваемся. Саня к Алене идет, Макс сюда идет, Кирюха туда. И стоечки стой, ручки подними. Он тебе тоже может садить как бы. Пусть это будет не больно, но достаточно ощутимо. Камеру вперед, где противник у тебя воображаемый. Если кто-то другой стоит, смотри сквозь него. Ты знаешь, что у тебя противник, кто примерно будет на соревнованиях. Еще что-то как-то. То есть зло какое-то. Макс, не отходи назад. Саня, надо отвечать. Ты просто ничего не делаешь, стоишь, тебя бьют и все, ты время тратишь. Саня, атаковать надо. Нельзя стоять на месте. Когда удары делаешь, Алена, не раскидывай руки в стороны. Короткий удар, раз, вторая рука там, где стояла, там и должна стоять. Защищайся. Результативных ударов нет. Ты все в плечо туда бьешь, они все вскользь попадают у тебя. От них ничего. Делай результативные. По корпусу посильнее. Бицепс – это не самое такое вот место ключевое. Сплетение солнечное, печень, селезенка туда пробивает. Больше в печень, чем в селезенку. Тебе выдавливать надо, создавать своим присутствием где-то, в том месте, где ты находишься, условия, чтобы он отступал. А ты сделаешь и назад отходишь. Как из будки покусался, короче, полаял и назад залез пес такой, знаешь. Концовочка 10 секунд. Лоу-кики, Алена живая? Ручки подними, упала и сразу же так рьяно в атаку кинулась, а руки опущены, от груди работают. Концовочка, 10 секундочек, 10 богатырских секундочек. Стойку чаще разбивайте, больше внутренних лоу-киков. Руками тоже живые? Травмы есть у кого-то свежие? Нет. Новые, на тренировке полученные? Нет. Хаджима. Раз, она как от быка убегает в сторону. По прямой. Если она ушла, ее не догоняем. То есть по прямой за нее зайти туда. Дальше. Как бык. Раз, 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 раз. Катаем? Приготовились. Молодец, молодец. Поработаешь? Точно? Маты. Теперь задача следующая. Вот в этом упражнении становимся дальше Исюхана напротив Егора. Егор, сейчас все сюда подходим. Егор вперед двигается. Вы на ближней дистанции должны стоять, а не глазками моргать удивленно. Ты вперед двигаешься, ты замираете, а ты уходишь в сторону, замираешь. Хаджима. Раз. И в этой ситуации ты слишком далеко ушла, ты не можешь по нему атаковать. Логично? Назад вернулись. И вот сейчас ты уходишь так, чтобы ты могла атаковать. В ту же сторону уходишь. Макатай. Отжимай. Раз. И здесь ты ему должна печень правой рукой пробить. Вот туда. Поэтому далеко уходить не надо. Чуть-чуть в сторону. Раз. Слишком далеко не уходи. Хорошо? Приготовились. Вот такая штука. Каждый раз уходите в разные стороны. Влево, вправо. Ушли. Попробуй уходить в сторону без паузы такой, что ушла, стала и пауза. Попробуй. Уходишь и сразу же жан туда ему. Да. Как оно больше тебя трогает, скажем так, внутри? Когда на паузу делает и наносит удар, или когда вместе с уходом в сторону бьет? Вместе с уходом. Оно больше деморализует, понимаешь? То есть ему следующий шаг, какую-то атаку, движение, действие сделать сложно, потому что удар прилетел. Ты кислород забрал у него. Видишь, он выдыхал. Поэтому лучше делать это вместе сразу же с движением. Уходишь, выбило кислород с него. То есть перехват инициативы. Ушли в сторону, в печень дали ему. И серию. Джу-джу-джу, лоу-кик, бас, снова в сторону ушли. Концовочка. Ямы построились. И растяжечка немножко. Защиту снимаем. Живые?
Там нет ни у кого? Нет.